Привет, друзья! Я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Ну, чатки, а знаете, что вообще сегодня делать собралась? Посмотрите, что у меня есть. Посмотрите. Оп! Это что? Читайте. Билет. Это билет на теплое море. Короче, бабушка отправляется в путешествие на Мальдивы. Будет, так сказать, это лежать, свои кости греть на мальдивском солнышке. Поэтому сейчас я, короче, пойду к деду. Но деда я с собой не беру. Не-не-не, зачем мне там нужно? Бабушка решила одна полететь. Короче, попрошу его, так сказать, это помочь мне вещички собрать. У бабушки будет 3 чемодана. 3. Потому что бабушка и поедет туда на сколько? Правильно, на месяц. Так, пойдемте к деду зайдем. Так-так-так. Ой, дед, наверное, удивится. Дед. Здрасте. Ага-ага-ага. Короче, дед. Что такое, старух? Я занят, спортом занимаюсь. В общем, дед, занимайся спортом. Чего? Что я тебе хочу сказать? В общем, будешь жить месяц без меня. Чего? Месяц без меня, я тебе говорю. Чего ты такое говоришь? Так, сейчас, так, бабушка, так. Чемоданы. Так, какие бабушка. Чемоданы, о чем речь, короче, старуха вообще? Короче, смотри. Раз, два, три, вот. И что это такое? Это 3 чемодана у бабушки. Бабушка собирает вещи свои и уезжает на целый месяц. Куды? На, дед, на, погляди. Ой, это что? Ну, погляди. Билет, но теплое... Да, море. Бабушка улетает сегодня через 3 часа. Все, пока. Билет верни. На море. Ой, на море. Так, билет верни, я тебе сказала. Мой-то где? Я пошел вещи собирать. Я одна, на Мальдивы. В смысле, а я? А ты сидишь дома и охраняешь дом. А ты мне не могла билет купить? Нет, а ты знаешь, сколько он стоит? И что? И вообще-то туда лететь. 15 часов, а ты со своим, да одно... что? Ты со своим одним зубом не выдержишь 15-часового полета. Да чтобы у тебя самолет сломался. Все, так. Сама собирай свои мешки. Ну ладно, да ладно, дед, что ты расстраиваешься? Сейчас бабушка так, а что вообще с тобой сейчас. На море берут? На море. Сейчас я тебе соберу чемодан. На море. А я знаю, что берут. Бабушка возьмет, смотрите. Бабушка возьмет 5 видов юбок. Так, 5. И будет каждый день щеголять в новой юбке. Так, 5. Так, сейчас в один я тебе... чемодан мы положим юбочки. Так, что бабушке еще надо взять? Бабушке надо взять... Так. Отлично, вот я бабушка... тебя собрал. Вот эта бабушка пойдет на дискотеку. Так, угу. А сапожки есть? Нет, сапожек нет. Так. А сапожки штаны? Для старухи. Нет, штаны бабушке не нужны. Так, а кофта есть? О, так, а кофту возьмем вот такую вот красивую. Ой, я не могу, возьмет она. Так, и так вот это вот. Ты что ты мне тут наложил, дурень? Сам я ты бери свою плоть. Самого нужного наложил. Так. Да. Ты что, издеваешься, я тебе сказала? А я говорю, что нет. А я тебе говорю, что я беру вещи и поеду. Все. Давай, езжай. Ты меня бесишь уже. Ладно, пошел, я все равно тебе самолет сломаешь. Тише отсюда. Ля-ля-ля-ля. Ну что ты, что ты вообще не хочешь, чтобы бабушка хоть раз в жизни полетела на море, короче, я отдохну. Ну раз ты отдыхаешь, значит, я тоже буду. Вот и все, вали. Ну, чат, скажите, ну вы как это понимаете? Бабушка раз в жизни решила поехать. Ну вот раз в жизни решила поехать. А лучше бы с дедом. Ну, чат, он тебе напишет, надо было деда прорать. Подождите, бабушке телефон звонит сейчас. Такс. Алле? Да, так. Здравствуйте, это я, бабушка Гренни. Да, авиакомпания Росавия, да. Рейс, да, через 3 часа. Номер 564. Да, на Мальдивы. Ну, чат, улетает же. Да. В смысле? О, что-то не так, как это? Наверное. А как это? А что это? Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы что, серьезно? Да ну у вас все пока. Все, пошла, все, внучатки. Пошла бабушка в море. Бабка, что случилось? Бабка, что случилось? Что случилось? Что такое, бабка? Бабка. Буду здесь сидеть. Да не попаду на море.
А что такое? Ты не можешь рассказать? Самолет взломался. Это ты кто виноват? Ты мне говорил, я-то хотела свои кости старые на пляжу, на Мальдивах, а ты мне что сказал? Вот это я, конечно... Ты сказал, что мой самолет сломался, и он сломался. Это ты во всем виноват. Ненавижу тебя, дед. Все, чата буду здесь бабка. Сидеть. Больше никогда тебе не буду ничего готовить. И стирать никогда не буду. Все. Ну, а что я-то я... Все, бабушка будет больше здесь сидеть, бабка, будет всегда. Это значит, осуждено так и сделать. Да, судьба такая, бабка. Все, вот. Не трогай меня больше, и меня нет для тебя. Я на тебя обиделась, и больше с тобой бабка, никогда не разговариваю. Да что ты, это, паникуешь-то? Смотри, сейчас мы тебе пляж сделаем. Чем тебе наше море не нравится? Это же море. Я не хочу ничего разговаривать с тобой. Все, о, давай. Все, море пересохло. Где мои Мальдивы? Зачем тебе это? Мальдивы нужны. Мальдивы зачем тебе нужны? Чата, вы поставьте лайк за то, что бабушка не расстраивалась. А. Вот именно бабушка не расстраивается, потому а что сейчас мы сделали себе ты вообще лучший ты пляж. Ты накакал, что мой самолет вообще сломался. Ставь лежаки, бабка. Сам ставь. Не хочу я ничего ставить, я хочу здесь сидеть. Все. Пойду вот все, сюда давай. Сяду и буду сидеть вот здесь. Смотри, вот. Какой пляж. Какой пляж? Это что, мальдивский пляж, что ли? Да зачем тебе эти Мальдивы нужны? Там же ужасно. Там же жарко, там же бабушкины кости должны. Ага, а ты знаешь, кто там еще есть, бабка? Кто? Тарантул ядовитый. Там знаешь, кто есть? Кто? Дед Скалопендрия. Короче, там есть тарантул, ты представляешь, лежишь на пляжу. И чё? А тебе раз, она как кусает, и ты все, кирдык, все. В смысле? Как я это? Тебе честно говорю. Как а это? Вот на прошлой неделе читал только газеты, там раз этот, там какие-то тарантул укусил человека, и тот конь отвинул. В смысле, да. На Мальдивах? Да, почитай, я тебе говорю. Да что ты врешь, ты мне специально так говоришь. А, сейчас я тебе телефон дам. На тебе статью, телефон. А где статью? Какую статью, что ты несешь вообще? Читай. Держи. Так, держи, читай. Угу. Вчера на Мальдивских островах тарантул укусил человека, и тот помер через 30 секунд. Это как это? Вот как... так это. Ну чё ты, это как это? Вот это... так это. А чё ты мне раньше не сказал? Как... Ну ты же очень хотел полететь. Зачем мне Мальдивы? Не, бабушка не хочет больше лететь. Всё. А что лети, сейчас почини билет, поменяешь. Нет, бабушка будет лучше здесь, да. Бабушка лучше в своих краях, так сказать. Это что, у меня? У тебя телефон звонит. А сейчас, подождите, так. Алло. Алло, бабушка, счастливая новость, самолет починился, вылет через 45 минут, нет, бабушка передумала лететь, никаких 45 минут, бабушка больше не летит на Мальдивы, у бабушки дед это, под домом Мальдивы сделал. Хорошо, все, пока. Ага, до свидания. Дед. Чё, бабка, шо? Прикинь, чё, самолет, чё? Самолет починили. Так лети, чё? Там тарантулы ходят. Я лучше вот здесь, вот смотрите, внучатки, под зонтиком, вот так вот расположусь. И мне кажется, вот это вот вообще хорошая тема. Дед, ложись рядом. Да. Ложись рядом, будем солнечной ванной. Холодную газировочку попивать, солнечные ванны будем принимать, старые кости свои греть. Зачем нам Мальдивы? У нас тут никаких тарантулов не водится, вообще ничего не водится. Такая красотища неимоверная, да, так нет? Вот именно, я ж тебе и говорю про это, естественно. Ой, чата, я чуть не улетела. Если бабушку бы тарантул укосил, как бы вы без бабушки не было вообще больше жили? Бы бабушки. Нет, а как бы они, внучата мы и без бабушки жили. О, не знаю. Мне кажется, они бы все уревелись. Наверное. Так, теперь пойдемте по шее ему настучим, а? Так, ты где? Так, в его комнате нету. Может, на кухне сидит что-то там? Колючая чего? Проволока. Ты что там делаешь? Слышь ты? Господи, Матерь Божья, это что? Где? Дед, ты что-то творишь? Это что-то? Это? Это мой бункер. В смысле? Ну, на всякий случай, чтобы... На какой случай ты чё несёшь? А вдруг апокалипсис? Че? Кого? Апокалипсис, какой-нибудь монстры нагрянут. Монстры нагрянут, на а мы будем готовы. На бабку Гренни, на главного монстра нагрянут монстры? Дед, ты чё да, несёшь? Да, вдруг бабка когда-нибудь состарится. Ага. Ой, подожди, дед. Ага. Да, блин, ёлки-палки, да подождите вы. Да я сейчас, а! Алло! Да вот возьми этот телефон уже. Здрасте. О, Николай Борисович, ой. А, да, а сегодня какое число? Ой, 31-го, а я что, 31-го обещала?
А, да, на 2 недели задерживаю. А, ну, ладно, ладно, все, не ной, сейчас приду. Ой, дед. Что? Я Николаю Борисовичу уже месяц забыла зарплату выдать. Ну, ты короче... совсем деревня. Иди так, уже мужику зарплату сейчас, выдай. Так, это сколько я ему обещала? Ай, старуха. 400 алмазов. Так, все, пошла. Ладно, сейчас я в тюрьму, ага. И обратно, ага. Давай, ты давай, пока, потом будешь занимайся... не помогать. Угу. Ага, занимайся пока своими глупостями. Ой, ладно, ничья, ладно. Ты, я забыла же, что... Это чё? Ой. Это... Ой, лава ничья. Это чё это такое? Внучаты? Матерь божья, это кто? Ой, мамочка дорогая, ой, мамочка дорогая, дед. Слушай, чё, дед, а может ты отнесёшь? Дед. Кого? Зарплату. Не, не сейчас сама, я в твой день не новый. Дед, там просто дед. Дед. Чего? Там просто копец, дед. Да не разыгрывай. Да хватит кашлять уже! У тебя что, бронхит начался, что ли? До отлавы, все, отлавы. Дед, иди сюда. Иди сюда, дед. Чего, папа, чего? Пойдем, я тебе кое-что покажу. Пошли. Да чего ты мне мешаешь? Дед, это что? Погоди. Дед, это кто такие? О, это мужики, что за... эй, это, работяги. Это какие мужики, это зомбу. А, и про... Ой, ой, иди сама разбирайся с ними, отстань, я занят. Ну-ка дай-ка прочитаю. Так, что такое, а? Это так, зомби большие. Зомби большие. Редкий вид зомби. Нападают. Чё нападают? Нападают на монстров? Чё? Каких монстров? На меня, что ли? Так, я не поняла. Так, подождите, нападают на монстров? Так, ну-ка дайте-ка я позвоню кое-кому. Алло? Алло, Слендермен? Так, ты слышишь, ты там где живёшь-то? За тюрьмой, папа, правильно. А к тебе кто-нибудь приходил? В смысле ты не живешь там больше? В смысле не живешь? А кто живет? Зомби живут? Бабка. Они что, захватили твой дом? Ага, все, пока. Дед. А. Дед. Короче, знаешь что? Чего? Дед, это, оказывается, чего зомби, такое? Которые захватывают дома монстров. Они Слендермена выгнали из дому. Слышишь? А тебе переживать нечего? В смысле нечего? Они уже там толпой идут. Ты же сказал, что в бабку никто не нападет. Да, у меня даже зелья кончились, и я даже не сварила новые-то. Ну, мой бункер проход платный, 5000 алмазов. Дед, тебе сейчас твои алмазы, чтобы они все сгорели в лаве. Ты что творишь-то? Иди все тогда. В лаве сгорели. Да иди ремонт делай, иди укрепляй бункер внизу. А как, бедроком что ли? Молча, как хочешь. Давай я занят камерой ставлю. Господи, поставь камеру. Внучатый, кто-то к бабушке пришел. К бабушке кто-то на дом хочет напасть. Нет, я понимаю, я могу, конечно, в них зельки кинуть, там тыдым-седым. Но понимаете, мы с дедом, у нас 2 руки. 2. У нас 2, у деда 2, получается 4 руки у нас. А зомбов-то там сколько было? 1000 штук. 1000 штук. Это значит, что это мне на всех рук не хватит вообще-то, внучатый. Как быть? Внучат, как быть? Дед, ты что делаешь там? А, ставлю. Дед, давай ставь уже побыстрее. И пойдем, может, мне поможешь, а? Я тебе помочь? Так, дед, если ты сейчас будешь булькать, я тебе побулькаю сейчас, кажется. Ладно, я-то что, я помогу? Я поставлю, вот это поставлю, а землю оставлю. Землю, так сказать, оставлю, так вот здесь вот сейчас наделаю. А что ты волшебный топор-то ни в руки не взяла? Нет, я не хочу волшебный, я не умею пользоваться. О, старуха ты. Я не умею им пользоваться, ты можешь пользоваться? Давай ты сделай мне, вот я тебе и помогла, на помощь зову тебя же. Да, а я тебе на помощь тоже звал в прошлой неделе. И что ты мне сказала? Я сказала, что помогу на следующий, все. Ага. Все, дед, давай уже делай, а. Ох ты ж, ё-моё. Дед. Иди ставь в сундуки. Сейчас поставлю, дед, они у нас точно не нападут, а? Нападут. В смысле нападут? А может не нападут, а? Не, нападут и тебя съедят. Я скажу, что я не монстр. А потом я тебя сожру, хорошо? Такая уже поздно будет, когда они тебя съедят-то. Ничего не поздно, я тебе сейчас сама съем, если ты мне не будешь помогать. Я так, все? Ну чё ты? А чё там мне бабушке-то немножко страшно стало? Но это не страшно. Бабка трусиха. Так, если ты сейчас не замолчишь, дед, я тебе точно устрою Варфоломеевскую ночь. Хочешь? Ладно, хорошо. Не понял. А я ничего не сказал. Сейчас, я сказал труба. Я тебе сейчас покажу, где ты там у меня будешь Варфоломеевскую ночь. О, за тобой выехали. Это за тобой. Все. За тобой. Давай, ты сложила все?
Да, нет, я сейчас еще яблочки возьму. Сейчас я тут стол поставлю, и ноутбук надо поставить. Фу. За камерами следить. За камерами? Ну давай, давай, поставь. Ставь ноутбук. Да сам ставь ноутбук, мне некогда. Да я не могу, я тут занят. Дед! Дед! А Крёдева нет! Ой. Дед! Правда? А я больно! У меня тоже нет. В смысле? А как это? А как это? Дед, а мне кажется, нас, мне кажется, они напали на наш дом. Думаешь? Все, дед, мне кажется, это... Пойдем поднимемся. Я пошла. Давай. Я пошла, все. Все, дед, я лезу. Она... Кажется... Сейчас посмотрим. Ё-моё! Ого-шеньки! Она... Смотрите, если бы тут не стояла эта штука, они б меня сожрали. Они б меня сожрали, внучаты, посмотрите, как они Бабку на меня смотрят. Бабку, закидывай их. Посмотри, как они на меня смотрят, я тебе так говорю. Так они так же на меня... мужики, я не монстр! Ешьте бабку! Смотрите, они перепрыгивают! Они перепрыгивают через проволоку, дед! Дед! Кидаю! Ой, дед, пожалуйста! Пушка закончилась. Так, дед, это же просто капец, смотри, какие они агрессивные-то, а! Ё-моё! Да. У меня тоже закончилась одна. Ну ладно, сейчас я вам... Тихо, 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 Ой, бабка, Сорянович, у тебя попав. Ты сейчас получишь у меня, если ты сейчас еще раз так сделаешь. Так. У тебя смотрите. Есть тяжелая артиллерия. Внучаты, смотрите, они, смотрите все, как на меня бабушку смотрят, смотрите. Им даже гранаты не смогли, посмотрите, они даже от гранат не умирают. Это я с двух пушек. Это просто капец какой-то вообще. Почему они напали? Пушки кончились. Не, мой дом никто не получит, даже после смерти его никто не получит. Даже конечно, деду останется. Я буду жить, ясно? Нет, ты тут жить не будешь, не будешь, так. Слушай, я сейчас тебе помогать перестану. Так, успокойся, успокойся, я пошутила. Я пошутила. Смотри такая. Мне. Так. Все ты пушки, шутила, пошутила. Все пушки уже закончились, ё-моё. Ты на исходе пушки? Да нет, еще есть 3 штуки. Да что ты смотришь на меня? Иди отсюда, я тебе сказала. Иди, и ты я тоже тебя давай съем. Вали. Так, и ты вали давай отсюда, я тебе говорю. Бабка, сейчас я тяжелую как заряжу гранату. А может мне тоже зарядить-ка, точно. А у тебя есть патроны? У меня все есть. Перезаряжаемся. Перезаряжай. Та-дам, перезаряжаемся. Ага, голубцы, попались? Ну что там, бабка? Дед, у нас все под контролем. Патроны закончились. А у меня не закончились, у меня все есть. Дед, отодвинешься, может, а? Пока я тебя не пристрелила. Не могу, ищу. Так, смотрите, внучаты. Смотрите, как бабушка их разносит, а? Еще бабушкин дом еще никто не захватывал. 1000 зомби, понимаете? 1000 зомби приперлись бабушке в дом. Дед, пока ты ищешь, я уже закончила. Все, справилась? Да почти, да. Вот эти последние голубцы остались. Я нашел. Ой. Дед, куда ты нашел? Ты бы отошел, я тебе сказала, а не нашел. Бабка, так, ну ты совсем. Вроде все. Так, последний вот, вот тут этот остался, вот этот, оп, и вон тот. Смотрите, куда спрятался за колонну. Ну-ка, бабушка сейчас придет его сюда и покончит с ним. Все, дед! Баб, давай я тебя в лаву столкну. Фу, я тебя сейчас, хочешь, пристрелю? Так, то есть ты по-русски не понимаешь, ладно. Ой-ой-ой-ой. Ты, старуха! Все, отстань, короче, я пошел на рыбалку. Давай, давай. С тебя 5000 алмазов за сохранность. Ой, а знаете, внучата, что сегодня? Короче, раз в месяц бабушка устраивает благотворительность. Короче, она ходит в деревню, и кто бы житель что ни попросил, короче, она делает. Ну, конечно, в рамках разумного, там, что-то по огороду может помочь, что-то там, короче, тудым-сюдым. Вот, это бывает раз в месяц, вот. И как раз сегодня настало то число, поэтому бабушка сейчас пойдет, знаешь, куда? Правильно, бабушка пойдет в деревню и посмотрит, что там надо им поделать. Так сказать, наведет шороху. А может... Ну, чаты, а может они и скажут, вообще, бабушка, у нас все хорошо, ничего делать не надо. Вот эта бабушка будет просто радая, если они так, конечно, скажут. Но мне почему-то кажется, что они всегда все хотят, чтобы бабушка работала. Вот вы понимаете или нет? Так, где это сборище? О, здрасте! Здравствуй, бабка! Чего, как у вас дела? А все хорошо, вот ты пришла и стало хорошо. Да ладно, вы что, все бабушку ждали, что ли? Ну, конечно, день же добрых дел. Эх, господи, я-то уж думала, вы забыли, а вы, оказывается, еще и помните. Так, ну давай, рассказывай, Степан, что тебе сделать? Ну, мне бы грядочку возле домика-то моего свою, а то что-то все к соседям хожу за картошкой. Ты, может, мне свою уже посадишь? Ладно, ладно, ой, господи.
Лишь бы только грядочки им что-нибудь бы нормальное попросили. Да, не знаю, ну что-то попросили бы там новый дом, например. А что, новый дом можно? Нет, нельзя! Эта бабушка так шутит! Ой, господи, только грядки у них номер, только жрут. Ну вот где я ему тут должна делать грядку? Где? Сначала бы хоть поверхность выровнял. Бабка, ну хватит тебе причитать, делай уже! Да, еще слово, ты сейчас сам будешь делать, понятно? Все, молчу, делай. Ой, ну чё ты, зачем я... Так, надо будет, короче, пересмотреть, так сказать, свои взгляды. Может, этот день благотворительности убрать? А то что-то мне вообще не нравится эта штуковина, конечно. Так, ладно. Сейчас мы грядку ему посадим. А вы не переживайте, внучата. День благотворительности, знаете, что такое? Вот раз в месяц любому жителю, кто первый попадется, тому я что-то делаю. А остальные не, а то вы думаете, что я что, все деревни буду делать? Да мне целую неделю не хватит, они мне столько там навалят. Короче, не-не-не-не-не. В прошлый раз вот дом починила, загон сделала, так что... Сегодня у нас огород по плану. Так, водичка, мотыга, и что он там сказал, картошка? И картошка. Так, ну что, где ему? А давайте прям посередине вот здесь нальем и нормально. Вот такая вот. О, супер-пупер грядка будет. Так, я его небольшую сделаю, а то еще придумал. О, такая нормальная картошечка у него поспеет, так сказать, бабушкиными ручками сделанная. Так. Да убери ты уже свою тут травенушку. Так. Все, просто, так сказать, посадим. И пойдем в гости к хулиганчику, что ли, сходим. Чаечек, может, попьем. Там родители у него. Мам с папой. Папаня у него из Африки приехал. Кто еще не знал? Ну, чё-то кто не знал? Вот расскажите мне, кто не знал, что у хулигана папа приехал из Африки? Он что, с ним вроде 2 года, что ли, не виделся? Или год? Ну, короче, это... Вы пойдете к нему на канал и посмотрите, у него там есть, что папа к ним вернулся в семью наконец-то. Он же у них это путешественник, экспедиторщик, что-то типа такого. Так, сейчас мы возьмем вот эту штуку, и все, картошечка как готова, как вообще. Так. Кстати, знаете что, у хулигана мама-то хорошая, вот мама-то мне очень даже понравилась, такая скромная, такая всего боится, как мышь серая. А вот этот отец, он тот еще фрукт. Вот честное слово, тот еще фрукт. Что-то бабушки, как сразу ее увидел, перечить начал. То ему так, то ему не так. Короче, слушайте, он мне не приглянулся, внучатый. Честное слово, не приглянулся. Надеюсь, я его буду редко видеть, потому что нечего ему у бабушки в гостях делать. О, все, внучата. Все, бабушки готовы. Пошлите, скажем Степаночку, что все готово. И пойдемте к хулиганчику заглянем. Степаныч! Чего? Все, короче, картошку я тебе посадила, так сказать, добро выполнила, все. На сегодня моя миссия закончена. О, спасибо, бабка, теперь у меня будет своя картошка. Да нет, чего страшного, да не за что. Так сказать, обращайтесь, больше не обращайтесь, пока. Давай, бабка, чеши. Я тебя сейчас почешу. Гребень возьму и тебе почешу. Так, хулиган. Хулиган! Так, я долго в тебе опять ты спрятался куда-то? Хулиганище! Бабка! Да что тебе надо? Так а ты что не знаешь, что ли? Чего не знаю? Так они на рыбалку уехали на 3 дня. А что ты бабушку не предупредили? Ну я не знаю, не сказали. Если ты придешь, тебе передать. Уехали на рыбалку на 3 дня. А, на рыбалку на 3 дня? Хорошо. Вот заразы, хоть бы предупредили, а бабушку? Бабушка б не ходила сюда. Ладно. Пошлите, внучата, сходим, значит, в этом. В статую сходим, так сказать. Проведаем, что там у нас такое. Что это такое? Это что это такое? Не поняла сейчас. Это что это? Это что за дверь в стене? Это как это? Это чья это, а? А ну-ка. Это чья это тут дверь? Я не поняла. Так, внучаты. Это чья дверь, не знаете? Ну-ка напишите в комментариях, не знаете, чья дверь? Сейчас зайдем, может, посмотрим? А что это такое? Огни горят. Так, закрыть надо. Это что это? Сундуки стоят. Ох ты ж, ёперный балет! Это что такое? Это чья такое? Это чей-то тайник бабушка нашла. Ё-моё, вот это бабушке и поверь. Ох ты!
Ты ж, ё-моё, сколько алмазов! Еще и княженцы ныть. Слушайте, может, это карта клада? Ну-ка, ну ча ты сейчас посмотрим. Эта бабка слишком борзая, терроризирует всех в деревнях. Это чья, что ли? Моего сына и жену, и считает себя самой сильной и непобедимой. Но ничего, я умерю ее пыл и покажу, как надо обращаться с жителями. Взорву все ее дома. Уничтожу всех ее питомцев, чтобы она осталась одна. Заплачу монстрам, чтобы они перешли на мою сторону, и тогда она узнает, кто тут главный. Папа хулигана. Ах он, зараза, внучата, я так и знала, что нельзя ему верить. Ах он, гаденыш, ладно. Взорвать он бабушкин дом решил. Сейчас я у него стырю все алмазы. Монстрам он собрался заплатить, сейчас я ему так заплачу. Так, оружку тоже можно забрать. Так, все, что влезет, надо забрать. Все, это можно уничтожать. Так, сейчас, внучата, сейчас мы ему, так сказать, мы им покажем. Так, слушайте, нет. Вот это вот можно выкинуть, вот это вот выкинуть. Это у бабушки у самой есть всякие пилы. Так. Сейчас я покажу бабушкину месть, так сказать. Так, сейчас мы выберем. Так, внучата, что выберем? Сейчас, ничего, внучата, потому что с бабушкой так не поступают. Нет, не-не-не-не-не, с бабушкой так не поступать. Я вам говорю, не поступают так с бабушкой, я вам сказала. И что придумали? Ха, бабушкин дом сорвать. Вот это он сейчас я покажу, сейчас как они без дома останутся. Сейчас я вам покажу. Так, ну, если деревня не пострадает, как говорится, пострадает, это я, как говорится, не виноватая. Потому что что? Потому что бабушке не надо вот такое вот делать. Так, жителей, значит, я терроризирую. Хорошо, сейчас я им так потерроризирую их. Надеюсь, вот так вот немножечко. Да ладно, надеюсь, никого не заденет, только их. Так, ну-ка. А ну-ка посмотрим. Что происходит? Ну давай уже, давай. Я в тебя верю. Давай. Ох, ты ж ёперный балет. Ничего, бабушка откинула. Ох, ты ёшкин кот. А ну ничего. Вот и без деревни остались. Жители я, значит, терроризирую. Да кто еще тут без деревни остался? Короче, внучата, чувствую, будет месть. Чувствую, этот папаня еще ко мне придет. Все, внучата, сейчас пойду запасаться, так сказать, порохом. Оружие сложу везде, короче, динамитику еще побольше положу. Ничего, я буду во все готовы. Во все оружие, так сказать. А вы, внучата, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.